Здравствуйте! Галерея «Ходынка» приглашает вас на новую выставку «Фактура леса», которую мы проводим совместно с Константином Малютиным, Алексеем Уном и Максимом Емельяновым. Константин Малютин представит его работы в его авторской технике фитопечати, а также его саунд-скульптуры, которые звучат в ритме магнитных полей Земли. С помощью авторской техники мы рассмотрим, как растения сами оставляют следы на бумаге. Исследование природной симметрии в работах Алексея Уна и генеративной графики Максима Емельянова откроет окно в вселенную растений. Также вместе с театром «Татар» мы подготовили для вас спектакли, как для детей, так и для взрослых. 23 числа в 19 и 18 часов мы проведем иммерсивный спектакль «В поисках света». Он пройдет в пространстве нашей выставки «Фактуры леса». 4 января мы приглашаем детей и взрослых на наши новогодние спектакли «Как будили Новый». Они пройдут в 13 и в 15 часов. Также в галерее «Ходынки» пройдут новогодние кинопоказы. Мы покажем голливудскую классику на языке оригинала, советские фильмы и, конечно же, мультики. Подробную афишу вы сможете найти на нашем сайте и в социальных сетях. Ждем вас в галерее «Ходынки» на нашу выставку и новогодние мероприятия.